Мы живем в России. Российский флаг трехцветный: белый, синий и красный. Столица нашей родины, город Москва, стоит на берегах реки, которая тоже называется Москва. Если плыть по Москве-реке, можно приплыть в самую знаменитую реку нашей страны – Волгу. А на берегах Волги стоит город Казань, столица Татарии. Много веков назад жители этих мест назывались булгары. И был у них славный и богатый город – Булгар. Правил там великий хан Кабанбек. Старинное предание гласит: однажды подступил к крепостным стенам со своим войском завоеватель Тимур, но не смог захватить город. Опустился город Булгар на дно глубокого озера. Озеро это сохранилось и поныне. Расположилось оно в самом центре Казани. Зовется Кабан. Говорят, если в очень ясную и тихую погоду выплыть на самую середину озера, можно увидеть в его глубине прекрасные дворцы с ханскими сокровищами и услышать с подводного минарета азан, призыв к вечерней молитве. Здесь рассказывают и другие волшебные и удивительные народные сказки. И каждая из них как драгоценный камень, самоцвет. В одной деревне, а может быть, в городе, да нет, в деревне. Ну хорошо, на окраине города жил Хабиб или Хашим. Хаким. Меня зовут Хаким, а мою жену Фатыма. А еще в тех местах проживали три бездельника богатых. Забот у них было немного, только и знали, что чай пить. Вот ведь как бывает. Что делать будем? Хорошо, Хазяб, хорошо. Уважаемые, подождите. Ассаляму алейкум. Ва-алейкум ассалям. Здравствуйте, почтенные. Понимаете, дом тут сгорел. Дом? Да. Ай-яй-яй-яй. Чей? Мой. Ай-яй-яй. Большой? Большой. Ай-яй-яй-яй. Сгорел? Сгорел. Ай-яй-яй-яй. Весь? Ну да. Ай-яй-яй. Ну и что? Помогите. Чем можете? А чем можем? Ну, дайте мне, пожалуйста, зерна в долг зиму пережить. Зерна? Зерна? Что же я буду делать с одним зернышком? А ты посади его в землю. И не забудь полить. Вырастет колосок, и у тебя будет уже целых 10 зернышек. Потом посади их в землю. Не забудь полить. И у тебя вырастет много колосков. И у тебя будет много зерна. Через 150 лет ты будешь сказочно богат. Ага. Благодарю вас за щедрый дар. Но, не жадничай. Хаким, а что теперь? О!
Что же нам теперь делать? Знаешь что? Сшей-ка-то мне костюм зайца. Костюм зайца? Угу. Тебе? Да. Уж не тронулся ли разумом мой Хаким от горя? Да вроде не похоже. Женщина, ты меня слушай. К вечеру нужен костюм зайца. Большой. Ой. Фатима, приготовь-ка на обед плов. Из зайчатины? Да нет, не из зайчатины, а из шабеличи и чай. Эй, с вареньем? А может, с медом? Да-да-да, с медом. А когда гости придут? Какие сейчас гости? Все-таки тронулся. Да подожди, ты дальше слушай. Одолжи все, что нужно, и приготовь обед. А как гости явятся, ты скажи. Что же вы так замешкались? Наш слуга давно уж прибежал и приказ твой передал. Наш слуга? Какой еще слуга? Эй, вот этот. Сидеть. А как гости за стол сядут, иди за эту дверь и играй на гармошке. Ну, что теперь скажешь? Да уж, бедный Хаким. Это сейчас бедный, а завтра буду богатым. А как громыхнет, бросай гармошку и беги. О! О, благороднейшие и высокочтимые, позвольте отблагодарить вас за вашу доброту и пригласить вас ко мне на обед. Окажите мне эту великую честь. Ой, что за наряд! Теперь так в Париже ходят все знатные татары. И не пугайте моего слугу. Не любит он шума. Слугу? А вы что, не знаете, что теперь модно иметь слуг зайца? Да ну! Знаете, какие они быстрые! Зайцы-то! Да! И не болтают лишнего. Ух ты! И мясо не едят. Так вот, мой верный слуга, поспеши и передай моей жене, пусть приготовит на обед плов, беляши и чай. Чай с медом? Да, чай с медом. Вот и нет слуги, попрощайся с ним. Зачем прощаться? Что ж вы так задержались? Гости дорогие, давно вас жду. А как ты узнала, что мы придем? Наш слуга прибежал и приказ передал. Ты смотри! Все как приказано. И плов, и беляши, и чай с медом. Ничего не забыл. А где слуга-то? Отдыхает. На гармошке играет музыкант. Да ну! Покажи мне его. И мне. И мне. Невозможно. Заяц зверь нежный, чуть шорох услышит, бросит гармошку. Ни за что потом играть не будет. Ну покажи. Покажи. Дай посмотреть-то. Хорошо, только тихо. Хочу! И я хочу! Нет, я! Я тоже! Нет, мне! Зайца мне! Зайца и костюм! Поделим! Забирай мою лошадь! Забирай мой самовар! И мешок зерна! А! Мешок золота! Бери! Все! Ну, хорошо! А как же костюм? Поделим! Чур уши мне! Хвост тебе, а не уши! Давай мне! Не наступай на ноги, ой, Ахмабастан! Ты не то одеваешь! Эй, ребята, вы там скоро? Отойди немножко.
А, заяц, теперь ты мой слуга. Приглашаю вас на пир. Эй, заяц, беги ко мне домой и скажи моей жене, чтобы приготовила ужин. Да смотри у меня, не то попадет тебе. Чачак, мы пришли. Ну? Что ну? Ужин готов? Мы пришли. Какой ужин? Откуда же мне знать, что вы придете? А слуга что, не предупредил? Какой слуга? Заяц слуга! Заяц! Он в своем уме. Да кто его знает? Какой заяц? Да наш новый слуга! Он смеется надо мной. Ах! Заяц домой не пришел! Приказа не передал, и сам неизвестно где. Ты обманул меня? Нет, ты сам себя обманул. Как это сам? Откуда зайцу знать, где твой дом? Вспомни, ты приказ отдал, а где живешь, не сказал. Верно, не сказал. Не сказал. И еще, заяц зверь очень нежный, а ты благороднейший. Стал трясти его и орать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хаким, кушать айда? Какой же ты, Хаким, молодец! Да уж. О! Не трогай! Вот тебе! Мало еще! Мало! Не заберегай! Вот тебе! Не трогай меня!